дворах! Тупица, сдохни! Игнорируй меня! Что такое мясо? Неужели ты хочешь принять участие в таком низкопробном развлечении, как караоке? Если хочешь пойти с нами, лучше так и скажи. Чего? Хочешь пойти с нами? Я хочу пойти с вами в караоке! Вот оно как! Я тебя понимаю. Но я с тобой идти не хочу. Если так хочешь пойти, попроси как следует. Попросить? От всего сердца попроси. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Пожалуйста, возьмите меня с собой. И где, прошу вас, дойная корова? Громче, четче, от всего сердца. Пожалуйста, возьмите меня с собой, прошу вас. Ведь можешь же. Но все равно нет. Что же ты еще от меня хочешь, дура? Завтра я обязательно приду. Да и зачем вообще мне просить у тебя разрешения? Наконец-то дошло? Тебе и правда не хватает мозгов. Дура, тупица! Сдохни, дура Йозора! Фритайм с напитками. На шестерых? А, да, на шестерых. Вас понял. Фритайм с напитками на шестерых, с вас 5400 йен. Подождите. В чем дело? Какое ты это наебалово? О чем ты? Кстати, вчера вечером я ходила в ресторан и взяла мясо на ужин. Если точнее, это было куриное мясо. И это мясо было очень нежным и вкусным. О чем вы говорите? Мясо тут ни при чем. Среди тамошнего мяса было не только куриное мясо, но и свиное мясо, а также говяжье мясо. Но цены были такими, что смотреть я не могла на это мясо. Мясо было не только... Да хватит уже про мясо! Дура! Дура! Тупица! Дура Йозора! Вот ведь глупое мясо. Да, баркосой хомячок. Вах, шайтанама! Блин, опять Аль-Каида. Слушаю. Алло. Вас беспокоит Кашивадзаки и Сэна. Можете позвать Кодоку Куна? Сэна? Неужели это ты, Кодока? Ну да. Дурак, дурак! Не пугай меня так, дурак! У тебя голос Фредди Крюгера! Ты на часы вообще смотришь? Мне не нужен твой адрес. Ты прямо горишь от желания, распутница. Если ты его так хочешь, то докажи. Доказать? Ноги я тебе лизать не буду! Ну и ладно! Йозора, дура! Какое разочарование! Кабата-чан! А, так ты тот вампир? Ты меня не обманываешь, проклятое воплощение тьмы! Сгинь! Получи! А, меня укусил вампир! Ты чё кусаешься, дура-дура-дура-дура? Какашка-какашка! Какая разница? Ты все равно поверх купальника наденешь свой белый... Ты наденешь свой белый халат. Откуда ты узнал? Тогда, чтобы тебя соблазнить, придется выбрать купальник посексуальнее. Мини-труселя, микро-бикини, бразильские купальники, пластырь, голышком, гордость. И откуда взялись последние три? Жопа. Кабата-чан, чем ты хочешь заняться в бассейне? Поплавать. Хорошая идея. Хочешь, я научу тебя плавать? Нет, я умею. Так ты умеешь. А что у тебя лучше всего получается? Марафон. Тогда поплывем в марафон вместе. Не-а. Обожаю, когда ты так отнекиваешься. Это и называют цундеры. Ты в порядке? Пасиан-чан. Ты не ушиблась? Ого, какие милашки. Они, похоже, сестры. Привет. Ксюша Собчак? Бу-га-га.
Вот уж не думала, что встречу Ксюшу Собчак. Но тебя ведь исключили из дома 2 еще год назад. Может, хватит уже? Кодека-сэнпай. У Рики под халатом купальник. Хочешь взглянуть? Не, не хочу. Ты точно удивишься, когда увидишь его. А называется он «Купальник, который не увидят дураки». Да это просто голое! Тогда смотри внимательно. Хорош, дура! Просто пошутила. Ну как тебе купальник, Рики? Обычный вроде. Обычный? Он только кажется обычным. На самом деле он сделан из особого материала, который становится прозрачным в теплой воде. Эй-эй! Мы вместе пойдем в общую ванну на горячих источниках. И только ты подумаешь о купальник, как Рика прыгнет в воду и вынырнет голой. Ты потеряешь разум и отдашься животной страсти. Нифига, нифига. Ни за что не пойду с тобой на горячие источники. Правда, что ли? Хорошо пьешь. Но это ведь не вино. А вы как? Чё? Быстро же он! Что за еще? Ай, правда? Я говорю. Ай-яй-яй. Ты что тут делаешь, Кодека? Дурак, тупица, извращенец, приставала, какашка, злой главный герой Эроге. Да это на 100% моя фраза! Вселенная!